Всем привет, дорогие друзья, с вами Тутен Палт, а мы продолжаем играть в Tabs. Так, итак, Settings, аудио. Ну, я вот аудио убавлял, чтобы тебе было лучше меня слышно. Это само собой. Так, ладно, у нас что, компания? Продолжаем. Уровень Hello. Надо жить, проходить компанию, тут тыр-пыр тролливали, все дела. Так, ну что, посмотрим, что у меня. Против меня... Ну давай, я их буду называть депутатами, хотя какие-то депутаты, это какие-то бомжи. Так, значит, такие чувачки и еще парни с вилами против меня. Так, ладно, что я могу против них сделать? Особо разбираться-то и не надо. Так, на мамонта не хватит. Другие категории я открыть не могу. Так, тихо. Не, ну в принципе можно сделать так. Для начала перекрыть им вход. Сзади камень поставить. Спереди можно вообще. Хотя нет. Или ладно, давай без него. Лучше просто впереди пацанов с дубинами наставить. Ну, давай попробуем. Мне кажется, тактика сработает. Ну, в принципе, казалось, что все пройдет хорошо. Так, ну, пацаны, давайте, вы чё? Окей. Окей, а у нас эти мужики чё умеют? Офига себе, на них эти набросились. Так, окей. Не вариант. А чё если в натуре? Ну вот, щитовики. Щитовики останутся в любом случае. Они будут закрывать проход сзади. Копьеносцы. А еще сзади можно шамана вообще. Ну и к нему дубинщиков. В принципе, ничего и не надо. Давайте пробуйте. О, отлично, в этих прилетело. Отлично. У нас минус. Так, окей. Нравится мне что-то. А если я... Так. Не, ну мы можем, в принципе, такой тактикой попробовать. В чем бы и нет. О, отлично, раскидал. О, вообще хорошо. Давайте еще третий залп. О, это победное было. Так, против меня эти, да? Не, а почему бы опять не попробовать точно такой же тактикой? Сработает же. А, не, стоп, там же эти. Зельщики, кажись, да? Конечно, зельщики. Так, а чё... Супер пацанов, так. А, ну давай попробуем, чё. Прилетело хорошо. А еще то накидайте в них. Или система плохо работает. Давайте, пацаны, ну. Ну давай еще в него воткнем. О, отлично, зельчика. О, давайте, добивайте. Отлично. Вообще, супер. О, да это сейчас раскидаем.
Можно одного так влепить мамонта сзади. С дубинкой. Отлично. Найс тактика. Давай. Разлет пошли. О, давай. Да разбирай. Вообще хорошо. Мамонт. Не, ну вообще супер. Так, это что у меня? Так, все по-другому я не могу, да? Только каменным веком, ты посмотри. А что если я поставлю щитовиков? За щитовиками копьеносцев. Мне кажется, найс тактика. О, тут еще из травы выбежит. Так, ну что-то наши пока взирают. Ну, отлично, отлично. Наши что-то сталь побеждает. Давайте. Вообще супер. А может я вот на превью? По-моему, нормальная фотка. Ну, если что, так, на превьюшку заготовка. Я еще буду выбирать, что у нас получше выйдет. Так, опа. Это у нас уже что? Это у нас уже рыцарство, да? Интересно, ну давай. А, рыцарство против фермерства. Не, а почему бы и нет вот так вот поставить как-нибудь? Не раскидает? О, давайте, погнали, Все казалось хорошо, если бы там эти добили все-таки всю систему. Пацаны с тележкой. А эти-то дойдут, мечники, или нет? Ну да, конечно, они дойдут. Гаси количеством, как говорится, это кто? А давай до хрена таких настаем по угару. Ой, один упал. Давайте, давайте, гасите. Хотя ладно, это было просто спускное мясо. Жестко это. Хотя почти затащили. А что если я поставлю фермеров? Давайте, фермеры против рыцарей. А, затащили, смотри. Или нет? Ха, нормально так. По макушке, смотри, дал. Чтоб кто-то отрубился. О, тут барды, да? И лучники. А у меня есть что такое-нибудь? Я могу вот этого ворону взять. Еще фермеров для вида. Давай попробуем, че. Да в смысле? Нормально так. А у фермеров что, нет щитовиков? Clear.
Всего лишь два ряда фермеров, я охреневаю. Да их снимут. Они просто не дойдут до этих грёбаных дождиков. Они, смотри, дошли. Смотри-ка, дошли. Отлично, давайте бардов добивайте, пацаны. Только вместе с ними не упадите туда, в эту жопу. Отлично. О, катапульты и рыцари, да? А почему бы и не ворона? Мне кажется, найс тактика. Отлично, на задний ряд полетел. О, все, катапульте сейчас будет жопа. Это сразу же говорю. Так, это что у нас? Ууу, король с солдатами, его еще хиляют, фига себе. Ну давай с тобой подумаем. В принципе, нам надо заехать на задний ряд. Ну, король, конечно, эта штука жесткая. А потом пусть эти докидывают, да? Так, ну давайте погнали, парни. Только не в короля, блять, а в этих хилов. Да-да-да, хилов убейте, а. Сдавить хилов. Враги не смогли ничего. Там телег застрял, он выехал и наебнулся. Да это ж пипец. Ну все, король пришел наказывать. О! Ну-ка, короля забить. Короля, давайте, забейте короля, пацаны, давайте. Отлично, о, добил. И сам помер, вот это вот фигово. Так, давайте, пацаны, король встает, твою мать, на поебаву, давай еще. Пацаны так смотрят, ёб твою мать, не подходи. Давайте закидывать, о, отлично, еще. Пацаны, вам пизда. Ну а задний чё стоит со своим пузом-то, не стреляет. Главное, пацаны-то еще живы. И закидывают в короля. Давайте. А это, кстати, кажись победным, потому что они все в него закидывают, он падает и нихуя. С этим что-то не так вообще. В тёлку превратился пацан. Блин, плохо, одного положил, да? А не, один в текстурах, блин. Ну давайте. Забейте. Тут же немножко, пацан. Бля. Во, отлично, его попучило. Тёлка добьет, тёлка добивай, давай. Король отступает вообще. Его пучит. Да добей ты этого короля сраного. Давай, вообще, упади нахрен с карты. Да это победные, мне кажется, мы сможем, давай. Блять, он быстро доходит, больше кидай. И, пожалуйста, не коси, блять. Быстрее, еще! 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 Блять! Пизда.
Бля. Тёлка на грани, блять, вставай. Твою мать. Да добей ты его, блять. Что? Ёб твою мать, вот это подфартило. Бля. Конечно, картинка ничего такая, хочу сказать. Можно ее сфоткать. Ну так, на превьюшку, если что. Ну, это пиздец. Тактика почти сработала. Окей, у нас зельщики заходят, значит. Это мы убираем. А почему бы... не добавить армии фермеров тогда, а? Как тебе такое, король? Армия фермеров. Зельями хорошо прошло, прям охуенно, хочу сказать. Еще короля этого забить. О, давай, хилов, хилов. Пацаны, не в наших, а в хилов, блядь. Хилы на задний ряд, которые. Хилов, наебашьте, давайте еще зелик накидайте. Не, ну пока все хорошо, пока все супер. Фермеры свое дело сделали, еще даже никто до нашего ряда не прошел. А это победный, кажись. Король вообще отступает в какую-то жопу миру. Наверное, пасать зашел, да, король? Ты ж пасать собрался. А куда ты побежал-то, а? Думаешь, тебя тут не достанут? Козел. Тебя ж даже тут достанут, негр ты. Тебя тут забьют мои люди. Куда ты спрятался, а? Давай. Чё ты как тёлка отступаешь-то? Давай борись, всё куда-то уйти пытается. А что ж ты? Давайте, пацаны, зелик ему в жопу накидайте. Этому лошапеду. Забейте короля, давайте. Да ну нахуй, король стал сражаться. А мне кажется, он в крысу решил поступить. Ну кто быстрее траванется, король или мои? Вот в чем вопрос такой, хороший вопрос причем. Ну давайте еще в него. Пацаны, ну. Ой, забиваем короля, короче. Бля. Да ты чё, охуел? Ты чё мне пацана-то положил, а? Блять, а тебе не кажется то, что тебе пора меч-то свернуть нахуй? Вон там мои ещё не прошли парочка, тут чё? Ебать он козёл. Что ты делаешь-то, блять? О, красава, давай по дереву, нахуй. Блять, он сражается, дурак. А, бля. Прям мечом тебе грозится. Нет, тебя ёбнули. Ебать, пацан, сейчас он тебя кастрирует. Или уже кастрирует. Да ну нахуй, он еще живой. О, упади! Отлично! Это все-таки была победа. Так, что у нас тут? У нас уже, видимо, какая-то Греция, да? Это у нас щитовички, копьеносцы. А, ну, все в принципе, просто. Катапульта. Раз катапульта. Два катапульта. Пойдут.
Давай, смотрим. Так, ну, в принципе, офигенно прошло, хочу сказать. Давай еще раз попробуем. Раз катапульта. Два катапульта. Так, блять, вот это вот криво у меня слегка. Так, ну вроде бы все равно нормально. Тоже раскидал. Ну, тут просто думать сейчас особо и не надо, понимаешь? Так, а тут что? Ну, катапульты это само собой. Но для катапульта надо какое-то прикрытие, чтобы в него все постреляли. Это щитовик, нет, это и этот хильщик. Так, щитов у меня нет, у меня зато есть рыцарь. Давайте все на рыцаре сосредоточьтесь. Баллисты в рыцаре. Блять, баллисты, ёб твою мать. Ну давай, братан, ты один остался, пизда. Пизда, братан. Блять, ты... Ну да, давай на вылет, нахуй. Так, да тут вообще надо решить этим. Приманиваем. Зачем вам куда-то в мои катапульты-то стрелять? Вы стреляете в мечника. Блять, а в этот раз плохо стреляешь. Блять, да вы не тупите, вы в баллисту-то постреляйте, твою мать. Вот катапульта, блять, в баллисту. Отлично. Еще одну баллисту, пожалуйста. Ну. Ну, катапульта. Блять, ты че, угораешь? Блять, еще один залп, давай, быстрее. Да наконец-то, вы видали, какая забагованная баллиста-то? Так, это чё? Минотавры и копьеносцы? Так, ну окей. А почему бы не сделать ход, так сказать, королями? Ну и барда на отвлечение. Ход королями пошел. Давайте смотрим в замедленном движении. Это у нас будет мега бой. Король пошел к минотавру сражаться. Один минотавр уже нашего бедного отвлекал его, взял за шкирку и понес с ним играться. Там король вообще фигней занят. Он дерется с копьеносцами, что-то пытается их уработать. А у нас-то тут один король с двумя минотаврами, блядь, сражается. И его хилят наши хилы. Минотавр один лег, это вообще офигенно. Давай, король. Вот это, конечно, нормально, так король тут заложил. Вон еще второй на помощь идет. А это все с бардом ходит. Вон бардом прям бьет по королю. Такой вор, конечно. А там один копьеносец, смотри, в крысу решил зайти. Но у него даже это не вышло. Ладно, сколько мы там уровней-то прошли? В принципе, почему бы еще не попроходить? А я думаю, мы, наверное, сейчас все пройдем тогда, давай. Почему бы и нет? Так, это у нас что? Это у нас викинги, это уже серьезно. Ледяные лучники, да? О! Так вот я приму викингов. Так, ну. А на
заднем плане вообще Зевса ебанутый. Пошла жара. Не, ну вообще пока отлично, так хорошо проходит. Нас одного прям заморозил, чувачка. А чё? Блядь, Зевс! Зевс тебя морозит, сука. Зевс, блядь! Зевс, очнись, тебя морозит! Блядь, Зевс, нет. Зевс, это пиздец. Зевс, нет. Зевс стал сосулькой. Неправильно сосредоточил я силы. Надо Зевса. И этих. Вот так как-нибудь расставить. Зевс, ты только по своим ебашь, а. Во-во-во, давай, давай! По лучникам фигач прям. Ну, Зевс. Да Зевс своих-то зачем бить? Вон, давай, с двумя лучниками разберись. Вообще красава. Так, ну это мы как решим. Баллиста что у нас умеет? Наверное, ничего особого так. А, уже денег не хватает, ты посмотри. Так, ну вот это вот на отвлечение. Давайте, змеи. Два щитовичка. Баллисты работают, окей, прошло. Давай сейчас еще в свою баллисту зарядим. О, Мишка все со змеями дерется, отлично. В принципе, баллиста, кажется, бесполезное удовольствие, скорее всего, или нет. О, отлично, это сейчас со змеей начнет. Отлично, прошли. Что у нас еще? А, так, предпоследний уровень. Тут можно сделать по-жесткому. Давай поставим одну баллисту на задний план. Спереди у нас минотавры пойдут. Им помогут щитовики. Потом поставим лучников со змеями на этот план. А тут двух копьеносцев. Давай. Мне кажется, неплохо вообще было. Тут уже минотавр вообще пошел. Вон минотавр бьет и меч. Ой, там ледяные лучники, охуеть. Минотавр, не сдавайся. Не сдавайся, ты почти дошел. Минотавр принял основной удар, ты смотри. А вот это вот плохо, то что ледяные лучники. Совсем не круто. О, отлично, отлично, хорошо проходит. Бля, пизда. Пизда, баллисте. Ну. Ну, еще залп. Еще залп, твою мать. Ну. Ну. Красава. Ух, ебать. Так, ну это толпа, это во-первых. Нам надо, чтобы сагрились все корабли в одной точке. Надо ставить двоих Зевсов. А все остальное, чтобы сошлось в одном месте. Во, отлично, все корабли попадали, а теперь тут Зевс разберется. Почему Витинг такой стальной, да? Сколько молний?
Ну, давайте этих-то гасите, упыри, которые с водок-то вышли. Ну, Зевсы, Зевсы, твою мать. Один уже лег. Ну, давай с этим пикингом разберись, или слабак, ты ж Зевс, блядь. Отлично. Так, ну, эту часть я на сегодня прошел, друзья. Ладно. Пишите комментарии, ставьте лайки. Мы уже одну кампанию, так сказать, прошли. Да, мы ее прошли. Теперь у нас там дальше. Adventure. Collection of fun and interesting levels. Поэтому... Давайте, друзья, там подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не пропускайте новые видео. Ну что ж, всем удачи и всем пока.